29 июня состоялось открытие проекта «Корпоративный университет» по программе повышения конкурентоспособности российских университетов на примере практик Казанского федерального университета. Основная цель заключается, чтобы сотрудники университета могли четко понимать стратегии повышения конкурентоспособности. Основной костяк нашего университета все-таки это заведующие кафедры. Это люди, которые имеют достаточно большой опыт в своих областях, может быть, в какой-то степени по тем или иным причинам не были задействованы в реализации программ по конкурентоспособности. В то же время у нас достаточно много поступает различного оборудования, интерактивного оборудования. И эта площадка должна быть тоже, я имею в виду площадку корпоративного университета, центром ответственности для обучения, работы на всем том оборудовании, которое сегодня получает университет. Участникам проекта «Корпоративный университет» прочтут лекции ведущие сотрудники Казанского федерального. Учитывая то, что за вами трудовые коллективы, и принимая во внимание, что есть и основная работа, поэтому мы планировали, что это будет вторая половина пятницы задействована, то есть это три часа, три пары вернее, и первая половина субботы, для того, чтобы было также комфортно вам работать. Данный проект стартует с обучения заведующих кафедрами разных структурных подразделений университета, которым необходимо пройти процедуру выбора в 2017 году. Заведующие кафедрами освежат свои знания об истории Казанского университета. Это один из компонентов корпоративной культуры. Идея Ильшата Рафкатовича о создании корпоративного университета, она лежит сейчас в тренде современных тенденций в области организационного развития. У нас в России сейчас создано около 30 корпоративных университетов, самых крупных компаниях. И на самом деле это приводит к достаточно хорошим результатам за счет того, что сотрудники вовлекаются в процесс реализации стратегии. Стоит отметить, что в этот день обучение по проекту начали 53 завкафедрами институтов Казанского федерального университета. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.